Всем привет, дорогие мои подписчики и гости моего канала. Ну вот и подоспело новое видео. Я сегодня решила окультурить свой барбарис. У меня барбариса очень много разного. Вот такой есть. Вот такой есть. На мой взгляд, он очень красивый. Но есть нюанс. Его иногда приходится выстригать. А шипы у него, ого-го, какие. Вот такой у меня барбарис есть, видите? Это я вам показываю кустики, которые я уже обстригла. Вот, смотрите, какой красивый. Правда? Красота. Вот. А вот есть вот такой вот барбарис, видите? И вот это все нужно выстригать. А выстригать, конечно, это все проблематично. Здесь иголок. Ну, я думаю, что те люди, кто любят заниматься розами, да, и всякими колючими шиповниками, они знают, что выстригать, конечно, очень все проблематично. Ну что, что называется, голь на выдумке хитра. Во-первых, я хочу вам сказать, вот этот вот мой секатор новый, да, он, конечно, очень помогает. Но что я еще придумала? Я подлезаю, да, подлезаю, насколько могу, и подрезаю вот так вот. Вот, видите, все сухое. Ой. Я, конечно, здесь кололась, я пыталась. Есть специальные перчатки для роз, да, но, по-моему, они тоже не очень сильно от барбариса не очень сильно спасут. А у меня перчатки пчеловода. Я же пчелами занималась, поэтому они вот такие вот. Смотрите, они тоже, у них кожаные рукавички, да, и еще вот такие вот варежки длинные. Ну, даже они не спасают. Смотрите, что я придумала. У меня есть от камина вот так, такие щипцы. Вот я, значит, подстригла все. Сейчас я вам попытаюсь. Получится у меня одной рукой все это зацепить. Подстригла. Просто зажимаю своими щипцами. И прекрасно все это переношу в тачку. А потом также вот этими щипцами прям буквально вот так вот их захватываю. И несу в свой мангал и все сжигаю. Вот, пользуйтесь. Надеюсь, кому-то такой мой способ понадобится. Сейчас вам покажу, насколько это удобно. Вот, я, насколько, видите, целую тачку сразу захватила. Вот, сейчас все сыплю. Я, конечно, все аккуратно стараюсь сделать, чтобы у меня здесь ни шипов вообще не было. Ну и вот несу все, целую охапку одной рукой. Сейчас надо вокруг, потому что если кто-то что-то упадет, то я буду видеть это все на дорожке. Вот. И вот аккуратненько сейчас это все отнесу в свой мангал. Ой, так. Даже если где-то здесь упадет, прям вот этими щипцами. Видите? И все аккуратно туда засовываю. Так, а вот здесь мне уже нужна кочерга, которую я просто дальше пропихиваю, не касаясь этих колючек. Вот. Видите? А теперь уже можно просто вытащить свои щипцы. Надеюсь, мой способ кому-нибудь поможет избежать оцарапанных рук. Это я вам сейчас все продемонстрировала, как я это все делаю абсолютно
без перчаток. Вот кочергой просто пододвигаю, и все, у меня это все сгорает. Ну, я, честно говоря, такой способ, может быть, он где-то есть в интернете, кто-то пользуется, кто-то умеет. Но я не лазила, не искала, но считаю, что он очень нужный. Вот. Надеюсь, что я была полезна вам. Ну что, а пока? Пока!